Итак, парни, всех приветствую на своем канале. Делаем обзор Кенварда, ремонт Кенварда для клиента. Т-2000, 2001 год, К-12, тренажка, коробка. Полный обзор ремонта. Парни, я специально эти ролики стал снимать, именно процесс ремонта, чтобы меньше было слов. Чтобы люди видели, просто вот не говорить ничего, а просто смотрите и все. Что на машинах делается, что не делается. Я работаю открыто, ни от кого ничего не скрываю. Так что вот так вот. Все, друзья, всем приятного просмотра. Кенвард, зверь, будет зверюга. Все, всем пока. А скоро будет очень много интересного. Все, не болейте, самое главное. Приятного просмотра. Итак, парни, вот так вот. Смотрите, делаем обзор ремонта Кенварда. Смотрите. Так, смотрите, тут уже на эту машину новые амортизаторы. Новые амортизаторы будем ставить все. Все по кругу, все шесть. Так, идем дальше. По поводу ремонта, смотрите, валы наварили. Все, будем эти, втулки ставим новые. Смотрите, идет дальше. Сайлентблоки, все эти реактивные тяги снимаю. Новые сайлентблоки будем перепрессовывать. Видите, в каком они состоянии. Вот они, новые все тоже будет. Все новые. Так, все втулки, вот втулки на ремкомплект валов тоже новые. Сальники, ступиц новые. Все подшипники проверяем, все смотрим. Вот так вот, идем дальше. Что там может быть? Так, вот еще сальники новые. Вот еще новые, смотрите. Идем дальше. Ну все, ремонт продолжается. Будем сейчас ставить сюда защиты, как всегда, тормозных валов. И все, идем дальше. Потихоньку будем показывать весь ремонт этой машины, как все идет. Только вот Кеша. Кстати, вот его старый, вот его старые амортизаторы, смотрите. Стояли тут камазовские. Энергочи все будут новые. Стояли тут половина КамАЗ. Тут. Вот они, смотрите, энергочи какие стояли здесь. Все выкинули, парни, все. Вот видите, все это не то пальто, как говорится. Все, друзья, идем дальше. Такой Кенвард. Всем пока. Так, парни, идет у нас запрессовка сайлентблока. Вот его старый. Это на Кенварда, вот на этого белого. Вот уже две запрессовали. Сейчас будем показывать процесс запрессовки. Остальные. Так, ну да, вот так вот. Поехали. Закрути. Поглубже, да, тогда. Поехали. Все, да? Так. Парень, новый сайлентблок на месте. Идем дальше, что вторая сторона. В общем, все сайлентблоки полностью перепрессовываем. Так, что у нас по Кенварду? Идет полировка кабины. Также раму вычистили, покрасили все. Также здесь защиты поставили. Новые амортизаторы будем ставить. Будем сайлентблоки перепрессовывать. Кенварду работа тоже кипит. К срокам вроде должны успеть, все нормально. Работы много, но успеем, я думаю. Идем дальше. Итак, парни, продолжается ремонт Кенварда Т-2000, который был заказан. Смотрите, уже холовка собралась. Барабаны были не очень, скажем так вот. Я ему от себя поставил новые барабаны, как вы видите.
Ходовку всю перебрал, новые амортизаторы, новые энергочи, камеры, это все, всем поставили, мы все новое, видите? С той стороны аналогично там показывал. Как бы. Также сальноблоки все перепрессовали. Сальноблоки тоже все новые стоят абсолютно. В общем, делаем ходовку, парни. У нас договоренность такая, что мы делаем только лишь ходовую часть и внешний вид. Мотор, то есть человек, я так понимаю, финансово не потянул, сразу делает. Ну, говорит, сколько отработает, работает. Там уже добавить денег, в любой момент загонят, в принципе, сделаем. Такие продажи тоже бывают без ремонта моторов. Бывает такое. Не так часто, конечно. Соответственно, мотор гарантии не будет. Будет гарантия только на нашей работе. Все, парни, идем дальше. Работа продолжается. Машин заказанных много. Вот эти красненькие фреты нам приехали. Это мы ему полный покрас делали. Видите, покрасили уже. В общем, идем дальше, друзья. Работа кипит. Хотел показать для клиента. Показываю. Смотрите, как гуляет у него наконечник. Как люди не боятся ездить на этих машинах. Машина была снята, честно говоря, с рейса. Я когда покупали эту машину, он собирался не ехать в рейс. Смотрите, шкворень. Идем дальше. Люфт, видите? Да, смотрите, вот, показываю. Люфт гуляет. Машина не промазывалась. 1 050 000. Сейчас подвинем на ту сторону. Сальник мокрый. Идем дальше, показываю. Просто это, конечно, наконечник, так нельзя ездить. Смотрите, шкворик здесь. Поехали. Так, здесь тягу он поставил, видно, новую. И сальник, смотрите, видите, все мокрое. Это вот по дефектовке по передку. То есть это еще не до конца разобрали. Да, еще не до конца разобрали. Все под замену, трещотки, все это на замену. В общем, вот так вот люди ездят. Я не знаю, как вам не страшно брать машины с-под прицепов, с-под рейсов. Не пойму. Все, всем пока. Да, Т-2000 показываю. Меняем шкварня. Вот там поставили новый шкворень сюда. Все запрессовали. А давай попробуем поболтаем. Покажем, что все плотно стоит, все четко. Я покажу, какие шкварня ставим сюда. Так. Да. Поменьше трубу да возьми. Все четко. Прямо мертвое. Ну все. Сейчас я покажу, я оставил сюда ему мериторовские. Мериторовские шкварня. Поставили мы сюда ему оригинальные. Видите, Made in USA. Все, идем дальше. Ремонт продолжается. Итак, Кенворд, левая сторона, поехали. Новый шкворень поставили. Показывает труба, ничего не болтается. Поехали дальше. Поменяли сальники. Передний вот его старый, показываю, который здесь стоял. Он тек, видите, да? Это передний сальник тек. Это с этой стороны. Тут масла не было. Так. И с этой стороны тоже уже собрали все. Сальник новый стоит. Вот, сальник старый. Вот он его, сальник старый. Это не оригинал, который случайно. Да не знаю, ну вот они. Идем дальше. Идем дальше. Сборка продолжается Кенворда. Хотел показать для клиента. Ну, клиенту и также зрителю, смотрите. Вот они, серьги. Вот здесь стояли. Хочу обратить внимание, как люди наездили на машинах. Смотрите сюда. Вроде бы нормально, да, все? Это вот отсюда вот. Да, то есть вы поняли. Смотрите сюда. Это просто жесть. Вообще, смотрите. Это одна. С этой стороны круглая. С этой стороны яйцом. Смотрите, вторая. Показываю. Вообще просто. Это жесть, я не знаю, как так ездить. Машина была взята с-под прицепа. Дай бог здоровья моей разборке. С разборки пошли взяли, дай я покажу, какие будем ставить сюда. Смотрите. Вот на разборке взяли. У меня есть такие в наличии.
Кеннард есть у меня в разборе. Вот. Вот эти будем сейчас ставить сюда. Вместо тех, которые здесь были. Все, идем дальше. Ремонт продолжается. Думаешь одно, а по факту получается другое. Все. Показываем солеблоки. В принципе, там вверху хорошие. Вопросов по ним нету. Так, смотрите, показываю минусы. Акцент делаем на минусах. Видите, сайлентблок вылез. Сайлентблок в хорошем состоянии. Но вот он, видите, он провалился там. Будем запрессовывать сюда обратно его. Это первое, рессору сняли. Там сайлентблок тоже в хорошем состоянии. Кстати, левая сторона у него хорошая. Минуса очень большие, парни. Вот оно, смотрите, что еще хочу показать клиенту. Также людям. Смотрите, видите, вот этот. Пластина, она так зажимается здесь, вот видите, как она просто разбита, ужас, как, смотрите сюда, видите, что с ней, ее выдавило, вот, обратите внимание, видите, вот здесь то же самое, еще раз скажу, дай бог здоровья моей разборке, вот у меня есть в идеале, пошли взяли, такие мелочи, видите, как выручает, будем ставить вот эти. Видите? Так, запрессуем здесь, получается, поменяем эти. И уши задние я уже показывал. Тоже разбиты. Вот так вот. Так вот, чувствую, что этот клиент, хозяин этой машины, предыдущий, сделал мотор, сделал коробку редуктора. А все остальное, лишь бы колеса крутились. Вот такое ощущение, знаете. Остальное здесь ничего. Он не делал ходовку, ничего не делал. Ну, вот так вот. Все делаем. Ну все, друзья, идем дальше. Итак, парни, идет дальше. Сейчас будем запрессовывать. Видите, сайлентблок вылез. Сейчас будем запрессовывать его. Ну все, парни, миссия выполнена. Все, мы его запрессовали. Видите, теперь он стал вровень. Все, идем дальше. Итак, парни, вот он, Кеннард. Смотрите, как он этот. Видите, втулки разбитые на капот. Видите, здесь капот так держит на сайлентблоке. Все разбито вообще. То есть вот это лежало, вот это терло. А вот сюда аж завалило, видите? Вот этим резинкам уже все здесь. Они уже умерли. С той стороны такая же песня. То же самое, кронштейны. Вот он, кронштейн. А где его резинка? Он это был. От него что там осталось? Это... По-моему, ничего не осталось. Она... Вот она, видишь? Вот она. Капот лежал вообще на этом. Все разбито. Все, идем дальше. Поставили новый ремкомплект, колодки, трещотки. Вот с другой стороны накладки на трещотки новые. Идем дальше. Работа продолжается. Вот такой вот Т2000. Поехали. Итак, парни, идет ремонт капота. Кеннард Т2000, зверь. Все понарастили, здесь все было на... Они сделали его на герметик какой-то. Даже ничего не склеивали. Также сейчас покажу. Вытащили новые мы втулки на навес. Сейчас паузу сделаю. Так, смотрите, вот они, вытащили мы сюда. Вот такие вот вставочки. Почему втулка не сделал, объясню, потому что втулка, если будет, она вообще стенка останется тонкая. Сейчас мы сюда это поставим. Вот так вот. И капот будет стоять на своем месте. Все, идем дальше. Сейчас показываю по передку. Вот здесь помните, да, что было у него. Вот здесь мы вставили вкладыш. Вот здесь тоже была выработка. Мы, короче, ну, проточили вот здесь вот и вставили сюда вкладыш. Прям каленый. Сделали его. Сейчас тут все плотненько. Все хорошо. Так, поставились при новом амортизаторе. Дорогие поставили. Задние уши поменяли. Показываю. Все четко стоит на своих местах. Уши не раздолбаны. Вон его старые лежат. Видите, может быть. Вон они. Это старые. Так, поменяли.
По тормозам накладки новые здесь, защита стоит, трещотка, вал, все. То есть, кстати, здесь передок на этой машине, как ни странно, работал. Единственное, что тормозил на этой машине, это передок. Так, правая сторона, вроде бы все, шкворень также новый стоит. То есть, вот он. Поменяли. Сальники, ступиц поменяли. Все, буду с той стороны покажу. А, капота, кронштейн. Так, смотрите. Проточили, сделали. Все нормально. Сейчас он крутится спокойно. То есть вот так вот. Были разбиты кронштейны капота. Сейчас идем дальше. Так. Тут также вот трещотка. Тут тоже накладки новые. Амортизатор тоже новый поставили. Был насос. Вот его старые трещотки лежат. Также кронштейн капота. Все, ремонт Кенворда продолжается уже на финише. Тут осталось нам глушитель сделать. Ну и так по мелочи. Обвесы сейчас красятся, сейчас покажу. Так, смотрите, вот они, обвесы этого Кенворда. Уже сейчас финишный идет. Это где рисочки, не рисочки, все уже нарастили, где тут кусков, вот тут, допустим, вот куска не хватало вообще, нарастили. Вот так вот, понарастить, ну, то, что были куски все, что мы добавили. Вот они, обвесы. Ну все, друзья, идем дальше, скоро все будет на месте. Кстати, покажу еще, вот этот вы сделали им жабру. Здесь у него было все на клепках и все было оторвано. Мы здесь все, вот видите, все заново сделали, убрали все клепки, усилили все с двух сторон. Ну все, друзья, идем дальше. Работа продолжается. Так, парни, идет полировка Кенворда. Полировка. Показываю, вот видите, сбоку первый номер только лишь. Видите, вот где полировано, как она блестит. И вот выше, обратите внимание, видите? Матовая. Видите, вот тут рань, полоска. Как видите, блестит. А вот здесь матовая, видите? Даже вот вон фонарь отсвечивает. На белом цвете, конечно, плохо видно. Но разница колоссальная. Так. Да, видите, полировано. И вот не полировано. Вот так вот лучше видно, да. Машина приобретает новый вид. Итак, парни, сборка Кенворда продолжается. Смотрите, обвесики уже стоят. Что могу еще сказать по нему? Фары, видите, какие модные. Сам привез клиент. Мы их устанавливаем. Вот так вот. Красиво же получается, да? С того, что было. Поменяли повороты, оригинальные поставили. Идем дальше. Итак, друзья, Кенвар приобретает вторую внешность, вторую жизнь. Вот такие, видите, фары, смотрите, как он купил, как они светятся. Это сам клиент нам привез. Вот так это все светится. Становится красавец, что могу сказать. Работа продолжается. Еще по электрике работа есть. Сейчас обвесы доделаем. Обвесы, кстати, кронштейнов не было никаких вообще тут. Эти все кронштейны, то есть, брали с разборки, тут их не было. Он обвесы предыдущий, ну, как хозяин отдал, когда покупал я.
А кронштейны нет, это мы все сами делали. То есть разборки брали. Все подножки, все. Вот такой вот кеша. Поехали, идем дальше. Ну так, парни, что могу сказать? Вот такой вот получился пока у нас Кенвард. Предфинишное состояние. Так, что на нем сделано, показала в ролике. Так, осталась на нем мелочевка. Честно, мелочевка мучает, парни, очень. Реально говорю, мелочевка замучила. Буду всего менять на разные застежки. Здесь, кстати, еще раз скажу, повторюсь, вот этих не кронштейнов, вот этого нет. Ничего, вот тех, никаких вот тех кронштейнов, ничего не было, ни труб, на что крепить обвесы, ничего этого не было. Собственная разборка, бедный мой Кенвард, который на разборе, весь ушел сюда. Все кронштейны, вот эти обвесы, все мы взяли с разбора. Вот так вот, такой вот Кенвард пока получился, предфиничное состояние. Также у нас по воздуху утечка, устраняем сейчас. Хотел еще, кстати, показать, я забыл на самом деле в ремонте показать, что стоят новые амортизаторы кабины. Они вообще были оторваны. Вот они, один и второй там тоже. Все шланги поставили новые, энергичи новые. Тут все новье. Потому что здесь был чистый КАМАЗ. Тут был КАМАЗ. Все было по-камазовски сделано. Мы все перебрали, сделали по-кенвардовски, скажем так. Вот так вот. Такая здесь резина, в принципе, и стояла. Глушитель весь тоже сделали, кстати. Сейчас капот открою, покажу. Так. Также еще будем делать диагностику. Диагностику двигателя. Так, он уже у нас, мы отрегулировали капот. Он у нас тоже ложится на свои направляйки. Мы тоже все это сделали. Так, вот там глушитель показываю для клиента. Вон они, гофры все новые стоят. Все мы здесь сделали. По двигателю что у нас будет еще? Это так, меняем масло в двигателе, фильтр. Потом что еще? Воздушный фильтр. Поменяем. В принципе, так все. Грубо сделано все на самом деле. Но еще раз скажу, что мелочи, мелочи мучают. Вот, поменяли мы поворотник, поставили другой, был камазовский. Мелочи мучаю, честно. Ну ничего. Пока у нас работа. А что делать? Так что вот так вот. Главное, что ваша клиента понравилась. По мотору скажу сейчас. По мотору скажу, что без гарантии. Люди, которые очень умные, которые должны говорить, которые говорят, что я должен знать, что за мотор, какого состояния. Вот, вот он двигатель, парни. Скажите мне, в каком состоянии поршневая? Кто может сказать? Я что, рентген, что ли? Я могу посмотреть зазор колец, выработку гильз, не снимая ничего. Это очень глупо, на самом деле. Тупо даже скажу. Только тупорылые могут сказать, что человек может знать состояние мотора на глаз. Вот как я узнаю, что там внутри? Скажите, что? Рентген или МРТ сделали его мотору. Так что не тупите, люди. Если машина, мотор без гарантии, то значит, мы туда не лазили, мы ничего не знаем про это. Так что здесь такая же ситуация, аналогичная. Но мотор, скажу, что работает нормально. Сейчас заведу, завод с полоборота. Так, я сейчас покажу. Здесь у нас, смотрите, по салону. Сейчас, в данный момент, вот тренажка здесь стоит, вы видите. Мы здесь все вывернули, все здесь делаем, шипит со всех щелей, тут все вывернуто, видите, да, вся панель, все переделываем, вот эти вот они меняем, вот они все шипят, эти распределители, компрессор, видно, масло кидал, но, видно, хозяин поменял компрессор, видно, только перед отдачей, потому что его старый компрессор лежит в этом, в спалке, вот так вот. Сейчас я заведу его, хотя бы так просто. Так-то выглядит, ну работает он нормально, все работает, заводится с полоборота. Вопросов нет.
принципе, этого двигателя. Так вот, данный момент. А как он себя покажет дороги, ничего не могу сказать. Ничего, парни. Видите, как тихо работать стал. Я уже заводил его сегодня. Он заводится, в принципе, с полуоборота. Турбину слышите, да, как работает турбина у него? Ну, хозяин говорил, что он его капиталил. Насколько это правда, не знаю. Так, дорога покажет, что я могу сказать. Горный круиз, все работает у него. Лобовое не можем приклеить, потому что сейчас погода минус. Да, поэтому надо стекло лобовое клеить только лишь когда плюс 15. Только тогда лобовое клеить. Так оно не клеится. Клей не высыхает. Текут они. Ну что, друзья, вот такой вот кеннер получился у нас на финише. Смотрите. Сейчас капот закрою, сейчас паузу включу. Ну все, данный этап работ выполнен, основной работ выполнен этап. Сейчас идет мелочевка, доделка. Сделаем диагностику двигателя. Посмотрим, как. Ну так, чисто для себя, знаете, чтобы хоть что-то знать. Как бы мотор не мое здесь, поймите, что вот так вот. Но я все равно должен знать. Сделаю диагностику клиенту, скажу, вот это, как бы я сделал диагностику. И все. Вот такой вот Кеннер, смотрите. Т2000-2001 год. С тренажкой К12. Скоро будет покорять дороги. Все, идем дальше. Так, друзья, делаем диагностику Кенварду. Это 2000 скатом 12 для клиента. Сейчас покажу ему. В принципе, для себя все посмотрел. Надув турбины, то есть надувает. Я уже гонял эту машину много раз. Ну, для него покажу. Так. Двигатель 430 лошадей, 321 киловатт. У него, короче, кнопка, как бы видите, вроде как должна быть, которая меняет. То есть, ну, лошади. То есть, может меньше, может больше, но нету ее. То есть сейчас тут в данный момент 321 киловатт. Это 435 лошадиных сил в этом двигателе. Так, проверим, сейчас мы ошибки покажу. Активных ошибок нет. Так, неактивных тоже нет. Так, события, какие были события? Говорит, короче, было экстренное торможение когда-то. Ну-ка, этот критикал. Короче, было у него экстренное торможение. Он за секунду, короче, покажу. Вот за секунду сбросил 42 километра в час. То есть экстренно он тормозил. Вот так вот. Так, что еще по нему так можно сказать? Сейчас я сделаю. Давай проверим эти форсунки, да, то есть соленоиды. Защелкали. Видите, окей, 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 окей. Все соленоиды работают. Ну все. На форсунках. Так что такие вот дела. Так, что мне еще показать? Да все, потому что я уже его просто, чтобы сделать форсунки, именно тест, все именно на, чтобы он сам прогнал. Надо его, короче, греть. Так вот на круизе, чтобы он нагретый был, и обороты были, чтобы тысячу оборотов, вот так вот.
Я уже, честно говоря, делал ему диагностику, я все проверял, но на камеру уже это не буду делать. Сейчас его заводить, греть, в общем, вот так вот. И самое главное, парни, не болейте, остальное все мелочи жизни. Все, всем пока.